Он убег. А, это его машина, слушай, походу. А, он сел сбоку в машину, а я за руль сел этой машины. Ну, сами знаете, слышь, А4 пишет, кто меня знает, пошли. И Горик, все, А4, все позаходят. Ну, да. С нами играет А4. Там серьёзно? Написано Влад А4 бумага. Влад А4 бумага, ура! Ура, А4. Ты встретил А4. Привет, меня зовут Арсенко, и это мое новое видео по игре Мадау 2. И сегодня мы с моим другом Артемко будем операми в этой игре, потому что посмотрите на наши автомобили. Кстати, Артемко, поздоровайся с ребятами. Да, всем привет, ребят. И вот просто посмотрите на наши тачки. Вот просто 99-е белые в тонировке и черные в тонировке. Вот просто. Вот что ты можешь сказать про наши автомобили? Просто топ. Серьёзно, я считаю. Тихо, аккуратно. Ой, что творишь? Ладно, погнали куда-то в город к другим игрокам. Это Лада. Влад, это Лада. Влад, это бумага. А бумага это Лада. А бумага это Лада. Так, ладно, короче, где машина твоя? Сейчас буду, уже здесь, секунду. А, я понял, мне не хватает. Если кнопка красная, ей надо измениться на серую. Секунду. Так, винил, добавить... Я скажу, я закину очень прикольный винил, он мне, по крайней мере, нравится, реально красивый. Ты посмотри. Ты серьезно? Все, это реально опер-машина, можно так вот. Погнали за мной по вот этой полевой дороге. Слушай, погнали в особняк? В особняк, ну да, погнали. Да, сделаем там себе офис, будем там тусить, короче. Будем там жить. Не? Погнали. О, слушай, я вот так хочу от первого лица покататься, вот так вот, ща. Так вот, ща. Ты где там? Кстати, у тебя здесь по дороге уже... Погнали за мной, короче. Вот здесь к особняку ныряем. Хотя, не, давай далее повернем. Короче, ребята, мы летим к особняку. Чё трактор творит? Ты бы это видел. Это просто... Это было очень круто. Ты где там едешь? Сейчас, у меня, короче, здесь еще грузит. О, все, уже я в игре. Так, поехали. Ты прям в игре едешь за мной. Тихо. Приора, ты куда что? Несёшь? Слышь, с нами играет А4. Серьёзно? Там написано Влад А4 бумага. Бумага, ура! Ура, А4. Ты встретил А4. Ты настоящий. Конечно. Ты настоящий. Да, конечно, это что, серый купил такую какую-то тачку Lexus. Он настоящий, я тебе говорю. Да, 100%. 100%. Да. Да. О, особняк. Сейчас. Смотри. Арсенка, там еще кто-то, там еще Паша Пал пишет. Это тоже не... Настоящий, не фейк. Да. Сейчас еще Глент и Кобяков зайдут. Так, тихо, смотри, здесь, короче, особняк, здесь, короче, кто-то тусуется. Ну, давай зайдем тихонько. Так, что у меня здесь есть? О, смотри, что у меня есть, а? Ты где там? Я вот только подъехал, выхожу с машины. Что у меня есть вот здесь вот такое интересное. Смотри, это называется... Ну, не буду говорить, думаю, ты сам знаешь, короче, да. А, ну я понял. Я сейчас тоже такую... Это если только будут лезть сами, первые не лезем, понял? Короче, мы сейчас на машине Артемко, потому что, ну, сами знаете. А, слышь, А4 пишет, кто меня знает, пацаны, сейчас играет моя девушка Юля. Здесь даже Юля играет. Круто. Да, ты что думал? А4, я не думал встретить А4. Да. Так, слушай, давай мы, короче, сейчас... Тихо, давай, перекроем его. Давай, ты чё, он же борзит. Не, уезжаем. Я хочу разобраться. А, она закрыта. А ты где? Возле этой машины. Здесь девятка есть, чья-то. Закрытая. Слушай, а вот это открыто, нам надо любую машину. Куда ты убегаешь? Ты бессовестный. Это смешно. Он без футболки бегает. Давай, в рукопашку сейчас. Давай, на тебя. А, я понял. У меня... Подожди.
Подожди, ребята, ребят, подождите. Не понял. Не понял. Ты почему к моему другу полез? Ты чё? Сейчас я с тобой разберусь. Я по-любому должен с ним разобраться. Он убегает, он убегает. А, это его машина, слушай, походу. А, он сел сбоку в машину, а я за руль сел этой машины. Уезжай. В общем-то, ребятки, вот такой ролик получился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.